줘서 네네. 아 이번 고요 비즈닥스 네. пиздец вообще завтра отправляют нас короче куда он ну короче на передок а проехать вообще невозможно ну, типа, обстреливают ебать колонны тут знаешь сколько мертвяков приезжает 200-х ебанешься тут они просто оторваны ноги вообще хуёво все это короче вот нас все подумал тут мы отсидимся думал до того тут будем сидеть нас завтра отправляют и командиры сами говорят типа готовьтесь ну бля хуй знает доедем мы вообще до тут там обстреливают короче вообще конкретно колонны Нихуя. вот везут сегодня переговорщики приезжали с их стороны короче ну типа я услышал сказали так типа ну вам типа 2 дня чтобы типа ну свалить отсюда если не свалить типа, ну пиздец вам короче вот они значит командиры решают там короче завтра колонну нашу ну некоторых машин отправляют короче нам надо на передок ехать там типа везти туда пацанам эти как его блять короче ну противоминные короче я чтоб я разгружал И вот я хуй вообще доеду оттуда. Короче, пост у нас там был, посередине пост, его разъебали весь. И вот, и мы туда едем, даже поста нет, там я хуй знаю, как вообще мы туда проедем, там никого нет наших. Я хуй знаю, что вообще делать тут? Бля, ну что, аккуратнее будь, что. Ну, блядь. Там его сами все. Тут один мужик вообще Бля, отказался ехать, говорит, пидарас. я не поеду, говорит, типа другого посадили за руль. Вот. Короче, пиздец, вы начали творить тут. Да хуй на наш, что вообще не знаю, что они ничего не делают. Городок один тут рядом, вот прям 10 километров от нас. Его они объезжают, потому что там они надписи закрылись, короче, там. И они объезжают к нашим, чтобы проехать. А те вот эти надписи обстреливают с разного миномета, со всех хуярит. Тут просто вот пацаны уехали, приезжают, ебать, просто уже ну, мертвяки привозят. 30 человек вот привезли, блядь. Вчера. Нихуя себе. Понятно. Да, вот. Давай аккуратней там, Азон. Вот, ладно, давай, Тут только там у нас что-нибудь говорит. за тебя Тимур даже в мечети молится твой. Вот. Так что давай аккуратней. Ладно, все, давай, маленько, он что-нибудь говорит.